Кто такие стерхи и почему их так почитают в Югре, узнали дети из Макеевки, которые проводят каникулы в нашем округе. В Сургутской галерее современного искусства, названной в честь краснокнижной птицы, для ребят провели эколого-просветительский квест. Вообще на экскурсии в стерхи макеевчане уже бывали, в частности на выставке нижневартовских художников. Оценили корабли, пришвартованные на берегу Ваха, гобелены, скульптуры, графику. Но и помимо экспозиции, галерея в сотрудничестве с Юганским заповедником уже много лет реализует проект, посвященный белым журавлям. Из-за того, что в нем есть и соревновательный момент, квест назвали «Стерхиадой». Играя, можно узнать много интересного. Например, то, что выросших без родителей птиц люди учат летать с помощью дельтапланов. Напомним, лето в Югре – программа, организованная при сотрудничестве правительства автономного округа и администрации Макеевки. 200 школьников гостят на севере уже третью неделю. Их смена завершится 6 августа. Стерх – это белый журавль. Это его территория обитания, конечно, Ханты-Мансийский автономный округ. Но так сложилось в силу разных обстоятельств, что эта птица сейчас находится в Красной книге России и в Международной Красной книге. Мы рассказываем о стерхе, и мы надеемся, что те, кто приходит на это мероприятие, становятся сторонниками этой птицы и могут быть приложены усилия по, может быть, возрождению стерха на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мне, честно, очень сильно нравится галерея, особенно творчество Сергея Медведева. Меня прям его картины поразили, прям в сердечке. Честно, не хочется отсюда уезжать. Просто прекрасный город, Сургут. Нам здесь очень сильно нравится с моими товарищами.